Привет, коллеги. Кто еще не знает, я не так давно был в Чите. Вот, и провел там экспромтом два мастер-класса. Такие продуктивные, девчонки молодцы, в общем говоря. Наверное, здесь вот оставлю сейчас вот отзыв, прям вставлю. Прям очень здорово мы провели время, продуктивно и полезно. Но после того, как я вернулся в Красноярск, очень много стало поступать сообщений о том, что я не оповестил, что хотелось бы тоже в Чите, значит, пройти мастер-класс. И вот, я решил то, что я прилечу в Читу еще разочек. Ну, может быть, еще потом не разочек. Ну, в общем, решил, что в начале октября, 7-8 числа, я проведу двухдневный мастер-класс по современной флористике коммерческой. Что у нас будет входить в эти два дня? У нас такой будет с вами интенсивный мастер-класс. Мы проведем с вами очень полезное интенсивное время. Работы будет очень много. То есть время мы тратить на болтовню не будем. Будем прям усиленно поднимать уровень коммерции. Вот, что у нас там будет? У нас будет асимметричный раскидистый букет, у нас будет круглый букет, будет композиция, ну и плюс в это во все мы органично с вами вплетем различные полезные такие навыки, да, понимание, что такое разноуровневость, что такое группировка, да, цветов, в общем говоря, поговорим о разных таких вот вещах очень полезных. Вот, я не сомневаюсь в том, что через два дня у вас станут букеты абсолютно другие. Почему говорю о том, что до этого я проводил в Чите однодневный мастер-класс, но все-таки я пришел к выводу, к такому выводу, что нужно все-таки двухдневные мастер-классы, потому как нужно с каждым индивидуально поработать. Нужно каждому человеку подойти, поддержать его в работу в своих руках, направить. То есть, ну, практически это такая индивидуальная получается работа. Ну, и я так понял, что это такая самая, получается, продуктивная работа, когда уделяешь максимум внимания каждому человеку. Вот. Поэтому, друзья, 7-8 октября, кто еще не в курсе, переходим по ссылочке здесь внизу, будет ссылочка под видео, да, переходим по ссылочке в мой инстаграм, флорист пофигист, также одноименный, вот, и пишем мне в директ, пишите в директ МК мастер-класс Чита, и я вам отправлю всю подробную информацию. Вот, по таймингу, по времени, по месту проведения. Место проведения еще определяется, все будет зависеть от того, какая у нас соберется группа. Ну, думаю, все будет у нас хорошо, потому что запросов много. Так, что еще хотел сказать? Также, кстати, друзья, коллеги из других городов, очень много приходит также из других городов заявок и просьб. Прилетайте в Майами, прилетайте в Москву и в разные другие города, в Краснодар. В общем, из Красноярска тоже, кто смотрит. Пишите, нужно будет, наверное, нам все-таки определиться, кто из определенного города может взять на себя какие-то орг-вопросы, да, для того, чтобы дистанционно все орг-вопросы решать. Нужно нам кооперироваться в какие-то группы, да, и проводить, ну, в общем говоря, не по два человека, да, а собирать прям группы, чтобы у нас был такой плюс нетворкинг интересный, да, чтобы друг с другом мы весело, дружно пообщались, потому что зачастую, знаете, чем очень полезны такие вот мастер-классы, когда ученики смотрят друг на друга, опять же, обращают внимание на ошибки друг друга, да, мы разбираем каждую работу. В общем говоря, это полезно не только лишь вот с той точки зрения, что конкретно вашу работу разберу, да, но и с той точки зрения, что вы практически будете учиться на чужих ошибках, да, в том числе. И, то есть, как бы мы разберем на одном мастер-классе, разберем множество работ. Вот, очень крутая эта тема, нетворкинг. Вот, чего я еще хотел сказать, Оленька, чего я забыл? Ну, вроде бы все, друзья, не нажимай пока на кнопочку. Смотрите, напоминаю, 7-8 октября в Чите пройдет мастер-класс двухдневный. Проходить он будет с 9 утра до 6 вечера ориентировочно. Можем задерживаться, конечно, но постараемся все очень без лишней воды, все очень компактно и при этом объемно, да, разобрать все полезные очень информацию всю. Так, значит, у нас будет время, естественно, кофе-брейки, будет время у нас на обеденный перерыв каждый день.
На шампанское будет обязательно время. Это мой любимый раздел вообще из всего. На шампанское, конечно же, мы найдем время. А тем более у одной из участниц, кстати, 8 числа будет день рождения. Поэтому, ну, как без шампанского? Еще и подарки надо будет везти. Так. Не против. Так, еще. Тетрадки, вернее, блокноты, ручки брать не обязательно. У меня будут для вас, для всех подарочки. Будут брендированные блокноты, будут ручки. У нас будут именные, сертификаты о прохождении мастер-класса. В общем говоря, я надеюсь, я от себя максимум постараюсь сделать все полезно и интересно, и, ну, в общем говоря, вы поняли. Скажи, что в Красноярске, да, уже можно. Кстати, Красноярск и Красноярский край, да, тоже обещал я объявить. Вот, но я еще сделаю более подробный анонс по этому поводу. Состоится у нас с вами мастер-класс 17-18, да, по-моему. Вот мы смотрели, суббота-воскресенье, 17-18 октября, тоже у нас будет мастер-класс. Тоже Красноярск, Красноярский край, пишите мне, пожалуйста, в директ, в Инстаграм. Про ссылочку я уже сказал внизу под видео. Вот, тоже будем записываться потихоньку, но оперативненько. Кстати, заявки по чите принимаются до 20 числа, поэтому, пожалуйста, оперативненько, поторопитесь. Материал весь включается. Кстати, про цену сказал, да? 14 тысяч рублей будет стоить цена двухдневного мастер-класса. В эту стоимость входит, обед, кофе-брейк, материалы. То есть материалы это все будут предоставляться. Каждый из вас после мастер-класса сможет забрать с собой домой, на работу, куда угодно, свою работу, букеты, композиции и так далее. Ну, теперь, в общем, все. Все, у кого какие вопросы остались, пожалуйста, пишем в директ, не стесняемся. До 20 числа принимаются заявки, пожалуйста, поторопитесь, потому что нужно определиться с количеством участников, нужно определиться с количеством заказываемого материала, количеством цветов, которые я буду заказывать. Так что, welcome to paradise. Пока.